Итак, задание. Похитить Маргариту любой ценой. Время. Сейчас время 11:30. Он сказал в диалоге, что я протрублю в рог. Тогда Микулаш услышит этот рог и пойдет типа на его зов. Вот именно в это время надо эту Маргариту и похищать, я так понял. Потому что при другом раскладе квест не засчитывается. Кроме того, после сдачи этого квеста он, во-первых, не засчитывается, а во-вторых, игра бесконечно загружается. В общем, баг очередной в игре. Итак, я решил попробовать немножко по-другому сделать. Ну, в смысле, как по-другому. Так же, как вот я рассказал сейчас. Там вот только охранник стоит. Его надо ликвидировать. Что такое? Так, пока суть до дела. Охранника сюда. Так, или сюда он даже. Поглядеть, что у него есть. Хорошо. Блин, вообще, конечно, плохо я его положил. Зараза. Миклош тут гулять сейчас будет, увидит его. Куда-нибудь подальше. Несем. Так. Теперь жду рок, когда затрубит. Я надеюсь, его здесь будет слышно. Я вообще не пробовал вот так вот именно делать еще. Решил попробовать и записать. Странно. Рок не слышно. С 6 до 7 утра, что ли? В общем, сейчас посмотрим. Пожрать можно пока что. Ну, не знаю даже. До 6 сейчас подожду, конечно.
Ну что-то рога нет. Жена вот лежит. А где, кстати, Миклош? Правда, где Миклош? Странно. Или он уже ушел? Ничего не понимаю. Ай, блин. Ништяк, да? Пустой сундук вскрыл. Блин, хорошая игра. Вот от багов избавились бы полностью. Вообще класс. Цены бы не было. Где, правда, Микола-то, господи? А, он, наверное, вот... Нет, здесь нету. В сарае нету. Странно, да? Как так? Блин, ну уже все. Ну ладно, давай забираем. Так, что надо жать? Пошли, красавица, чё? Блин, тут только идти далеко. И он не бегает нифига. Твою, охранник. Да как ты так быстро проснулся-то, собака? Вот эту вот девку пока тащишь по лесу. Кажется, сейчас проснется, сейчас проснется. Не, нифига. Намертво уснула, да. Ну, уснула. Что? Ну вот нафига они. А подальше что? Что не на другой конец карты-то? Интересно, а можно это? Быстрый переход сделать. Ради прикола. Перегорожен. Ну ладно, я, в общем, весь этот забег не буду показывать. Сейчас дойду, продолжу. Во-во, рог раздался. Пока не понял, почему так поздно. Время уже 7. И где он, кстати? Рок-то рок, да, но...
А, вот он. Ништяк, да. Ты чё, придурок? Отлично просто. Просто зашибись. Ну, на тебе тогда, падла. Ой, да ты сдохнешь, нет, господи. Сколько в тебе силы-то, здоровья? Смотри, что делает. Офигел. Тут апперкот есть, интересно. Введение боя получил зато. Хорош. Ой, скотобаза. Ты бессмертный, что ли? Ты чё, бля, бессмертный, идёт? Ты чё? Жён воровать чужих, да? Ну, на тебе по башке тогда. Готов, что ли? Кольцо зайца. Что? Фамильное кольцо зайцев. Признание. Что? Так, ладно, где моя девонька? Она, небось, очнулась и домой пошла. Не, вон лежит, смотри. Так, что-то поднять тело. Ладно, пошли. Пусть это там отдыхает. Что будет, интересно. Капец, квест, блин. С непредсказуемым исходом. Зайцы вообще борзели, под ногами бегают. Очнулся и опять давай трубить, он дебил. Ай, блин. Ржака. Нет, тут моменты прям не выполнена задача. Ну вот как так, а? Короче, не знаю. Во, девонька очнулась, зато. И почесал, к нам почесал, интересно. Спать опять домой. Ай, блин. Ладно. Придется переигрывать. Короче, прибежал я вот примерно вот сюда, вот этот дом. Ой. Миклоша, ну, охотника, вот где-то вот здесь вот этот заяц должен свистеть. Примерно. Так. Теперь жду до 5, до 6, до 6, ну, до 5, до 6 подожду.
Так, время 5:30. Во-во-во. Вот он начал свистеть. Так, хорошо. Допустим. Побежали к дому. Побежали, 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 побежали. Прибежали. Хе-е-е. Запихались чуть-чуть. Так. Теперь надо ликвидировать стражника. Ничего, 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 нормально все. Отстанет меня. Зря я, конечно, так сделал. Сейчас может сагриться. Зараза. Ладно, пофиг. Может быть, не это. Так, что надо сделать? Оглушить. Отлично. Поднять тело. Я сейчас на стражника наткнусь. Ладно, в обход пойду. Не буду со стражником связываться тогда. Блин, а здесь хрен подымешься с этой тетей на плечах-то. А, во, все. Так, и куда ее нести теперь вопрос? Ну, по деревне же с ней не пойдешь. Неправильно подумают. Подумают, что я браконьер. Ладно. Вот куда ее нести, это вопрос большой, потому что на дороге, если с этой тетей на зайца натыкаешься, он агрится. Получает по мордам, и квест проваливается. Ну ладно. Пойду тогда туда, куда надо. Сюда вот, да? Что ли? Ладно. Дойду сейчас, продолжим. Так, ну вот, вроде бы допёрся. Ага. Good work, Henry. Now we have to act fast and sort out Nicholas. Are you all right? Well, I can't say I feel too good about it, but believe me, it gives me no pleasure either. Take this confession. Go to Nicholas and what if he refuses? You'll have to make him. I'm not complaining. Believe me, I'd rather not drag you in. I see. And what if he attacks me? Then of course you'll have to defend. All right. I'll get to it. Here's the document. Where would I find you? I'll wait for you in the clearing. I understand. Ну вот. Теперь надо обратно бежать. Ну что, тетя не помялась? Сидит такая. Ладно. Маргарита. Ну что, теперь обратно бежать. Стоп. А, Миколаш сюда пришел.
Интересно. Интересно, интересно, интересно. Раньше он это дома, я домой к нему ходил, ну, в дом. Он там по двору шлялся. А теперь он стоит на том месте, где этот заяц свистел. Интересно. Ладно. Давай попробуем. Вот он, да? Угу. Стой. Стой. Говори со мной. Разговаривай со мной. God be with you. What can I do? Признание. Have you seen my wife, Margaret? Yes. Speak, where is... Hanakin Hare is holding her... How do you know that? Не знаю, не знаю. Makes no odds. Не знаю. Я не брал. Tell me where she is right now. Bluster all you want, but if you ever want to see Mark... Where is she? Yeah, you scratch my back. I, Nicholas Angel... What? Мат, мат. Have you no honor at all? Justice. What? Merciful justice. I take it there... None. There. Now tell me where my wife is. There's an old mine gallery. A little... I certainly hope so. Окей. Подписал. Но он подписывает их и там. И дома. С этим проблем нет. Проблема начинается, когда... Вот сейчас я принесу ему бумажки. Потом мы типа в замок с ним пойдем вместе. А ты что здесь делаешь? Вот пошел. Пошел, а? Вот пошел, а? Горожанин. Ну, сейчас опять зафакапится квест, походу. Сколько времени вообще? Странный типок. Этот заяц ваш. Зайчик, побегайчик. Заяц, смотри, заяц бежит. Пофигу ему вообще. Он пошел. А, вот сюда может? А, это, наверное, надо ждать, пока он в лагерь дойдет. Ну, в смысле, ждать. Ладно. Допустим. Я его боюсь, он дерется. Я вот сзади пойду. Ну его. Драчун. Грибов нету у меня. Куда грибы делись, не знаете? Вообще ни одного, вот сколько играю уже, ни одного гриба не нашел. А у всех грибы есть, а у меня нет. Что за баг? Зайцы есть, вот, можно за уши ловить. Оп. Зайцы вообще оборзели, смотри. Ничего не боятся. Травки есть, сундуки есть. Ой, зря я это сделал. Он сейчас может сагриться. Во, все, пришел. Наконец-то. Так, не жрать надо или нет? Ну, можно, в принципе. Все, сел. Ну, давай, разговариваем. So, have you got it? It's done. Voluntarily? Yes. Well... I'm glad it's been... What now? We'll go together.
Well, I hope they do believe you. Don't worry. Are you ready to go? Anakin Hare, I never expected to see you again. It was the will of God that I returned. Так, ну это, короче, сами посмотрите, я пропускаю. Задача посмотреть, получилось или нет. Да, все, получилось. Согласиться на должность, отказаться от должности. Согласиться на должность, отказаться от должности. Ну, согласиться на должность. It would be an honor, sir. Good, good. Then I hereby name you Master Huntsman at Talmberg. Теперь у тебя есть еще один дом. Понятно. Теперь здесь будет бесконечная загрузка, да? You, нет. Thank you, Henry. I could never have managed it without you. God willing, we will meet again one day. Ясно. Задача выполнена. Задание выполнено. Что ж, шлифан. И я... Где я? Понятно, короче. Куда телепортнули, там и я. Вот. Вот так этот квест проходится. Правильно. Без последствий. А все другие методы приводят к бесконечной загрузке после этого квеста и провалу этого квеста. То есть нужно просто добежать до поляны, дождаться, пока этот заяц начнет трубить. И уже после этого воровать невест, таскать по лесу, бумаги подписывать, все дела. Ну вот, всем пока.